Российские женщины смело принимают лекарства, содержащие огромное количество вредной химии, но панически боятся страшного слова «гормоны». Врачи уверяют, что это от элементарного непонимания физиологии. Для тех, кто не хочет стареть и болеть. Доктор ответит на все ваши вопросы. 29 августа. В студии врач-гинеколог-эндокринолог Наталья Любицкая. Программа «Звоните доктору». 29 августа, 18:15. На телеканале «Самара ГИС».